Наши коллеги с телеканала ТВ «Мост» пожаловали, что называется, в полном составе. Уже больше года, как и наш телеканал, они вещают в круглосуточном режиме. К нам приехали, чтобы наладить взаимовыгодное сотрудничество и перенять опыт более старшего товарища. В следующем году «Искровект» отметит 25 лет. Сейчас мы пришли к выводу, что достаточно трудно в маленьком районе опираться только на самих себя. И такие вот кусты, как там Егорьевская, Шатура, Коломна, они, в общем-то, по-хорошему обречены на сотрудничество. Поэтому мы начали активно искать любые возможности и контакты. Гости из Егорьевска убеждены, что наши районы могут не просто соседствовать, но и сотрудничать. Поэтому в ходе беседы обсуждались вопросы об обмене новостными блоками и контентом собственного производства, что позволит расширить не только информационное, но и рекламное пространство. Продолжилась беседа экскурсии по нашему телеканалу. Мы будем знакомиться, да? Здравствуйте. Здравствуйте. Добрый день. Наши корреспонденты за созданием программ. Коллеги. Корреспондентская, рекламный отдел, монтажная. Наши егорьевские коллеги посмотрели, как ведется работа на телеканале. Посетили они и сердце, «Искровект» студию. Здание достаточно долго строилось, но последний вот с конца прошлого года мы тут форсировали, закончили строительство и вот сюда переселились. Так что отсюда идет прямой эфир. Встреча прошла в дружеской атмосфере, которую закрепили не только долгосрочными планами, но и общим фото. Мы хотим в первую очередь информационно с вами сотрудничать и показывать жителям обоих районов о том, что творится по соседству. Впечатления очень хорошие, это наш завтрашний день, у нас пока такого нет. Несмотря на то, что как бы район соседний, есть и темы цепляющие, и общие, и важные, наверное, для каждого человека, и медицинская программа, и арт-программа, и детская, и молодежная, все это близко, и, наверное, хочется этот опыт перенять. Относительно нашего телеканала, ТВ «Мост» – молодая компания, но полезному сотрудничеству это никак не мешает. Мы всегда любим принимать телевизионщиков с других регионов, потому что нет предела совершенства, всегда есть что почерпнуть от них, всегда и у нас есть чем поделиться с коллегами нашими. В итоге мы сегодня договорились, что будем создавать общую программу, общую итоговую программу недели, где будем делиться самыми интересными новостями. И я думаю, мы еще будем привлекать и коллег из других районов. Это, я думаю, нам нужно охватить обязательно Коломенский, Раменский, Ступинский район, возможно, и Люберецкий. Вот. От этого будут новости интереснее. Ольга Югая, Дмитрий Волнов, «Воскресенские вести».